Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам простенький гайд о том, как поставить какой-либо скин в OSU. Для начала вам нужно его скачать. Вы можете сделать это либо на форуме OSU, либо на сайте OSU Skins, ну или же в моей группе ВКонтакте, все ссылки уже есть в описании. Итак, вы качаете скин и просто запускаете его. Здесь может возникнуть проблема в том, что этот файл не открывается. Как это исправить? Нажимаем по этому файлу правой клавишей мыши и переходим во вкладку «Свойства». Далее нажимаем «Изменить приложение», «Еще приложение», пролистываем вниз до конца, нажимаем «Найти другое приложение на этом компьютере» и вручную указываем приложение, через которое будет запускаться данный файл. В дальнейшем все файлы формата OSK будут открываться через OSU. Бывает, что друг или кто-нибудь другой может передать вам архив со скином. Вы должны будете перекинуть папку со скином по пути в папку OSU Skins. Ну а для того, чтобы не передавать папки со скинами, а передавать весь скин одним файлом в формате OSK, нужно зайти в OSU, выбрать этот скин и нажать на кнопку «Экспортировать в OSK». Далее откроется папка с этим файлом, и вы можете смело передавать его. Всем спасибо за просмотр, всем пока!